Всем привет, друзья! Вы на канале Мира Мира. И, смотря на эту арену, на которой нахожусь, вы уже понимаете, о чем речь. Это рубрика «Кто сильнее?». И сегодня по заказу Тимика, моего друга Велкома, я буду делать битву между мной с деревянным мечом и целой армией из 50 зомби. Тут их 16, 16 и 18. Чтобы, ну, вдруг вы подумаете, что я там вас обманываю, да. 16 плюс 16 плюс 18 это 50. Можете даже на калькуляторе посчитать. Ну что ж, без лишней болтовни, давайте уже начнем убивать этих 50 зомби с помощью деревянного неразрушимого меча. Эй, я что-то не понял, а это что такое? Короче, я не понял, что это было за тролль. Меня просто взяли и визами накормили вместо того, чтобы зомби. Ну ладно, вторая попытка. Кстати, ребят, если вы знали, на этой карте можно кушать треску и потом обменивать треску на камень. Таким вот образом. Ну и короче, ладно, мне кажется, стака трески мне должно хватить, даже 61 трески. Ну, не знаю, зачем это сделать, что ее можно обменить на камни. Ну, чисто ради прикола, чтобы я не мог просто сочковать и кушать постоянно эту треску. Мне надо было именно зайти в инвентарь и поменяться на камень. Вот, так даже прикольнее. Ну что ж, ребят, давайте уже ускорим видео и начнем. Видите, ребят, я победил всю эту армию зомби, используя обычный деревянный меч. И выбил с них стак гнилой плоти, железный слиток. Ну, в общем, на этом наша битва подходит к концу. Спасибо за просмотр. Я уверен, что она вам понравилась. Ну, а там все. Заказывайте свои битвы, и я обязательно их сниму в следующем видео. Ну, а там все. Спасибо за внимание, и всем пока.